Тоже привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить вторую Division. И давайте займемся сбором спецтехнологии. В Эстенде как раз у нас 5 штучек здесь валяется. И попробуем в Джуди Шерри Сквер отбить хотя бы одну контрольную точку. И пойдем тогда на остров Рузвельта. Так, а нам надо протонуть сюда. Что-то я совсем про это забыл. И пойдемте к ближайшей точке. А, здесь у нас одна незанятая контрольная точка есть. Но и ее отобьем. Здесь у нас получается 3, а не 2. Рядом обнаружена контрольная точка союзников. Погода нынче плохая. Как-то грустно бегать здесь. Так, и по-моему, точку я нашел. Какие они разговорчивые все. Пущай воюют. И, по-моему, здесь ничего интересного у нас нету. Ну, кроме пару контейнеров. Обнаружена союзная колонна снабжения. Электроника. Рядом приятно. Союзная контрольная точка. Но нам нужна все-таки спецтехнология. Уже не обречен. Найдено мобильное устройство. Так, спецпатроны, отлично. Немного еды сейчас соберем. Мне даже жаль, что на Манхэттене больше нет зоны Подходи, карантина. Есть новые контракты. Я бы с удовольствием попробовал проникнуть туда. Смеху ради. Но все это в прошлом. Лодки, заграждения, вообще все. Хотя, если бы на меня плюнул весь мир, я бы тоже плюнул. Появились новые контракты. Так, истинные сыны. Пойти ликвидировать? Попробовать. Ну, давайте попробуем. Спецтехнологию мы подобрали. Следующий у нас как раз примерно в том районе. Это он просто дополнительные подкидывает. У нас же, по-моему, ограниченное количество ликвидаций в день. Иду один. И данный парень дает нам дополнительные цели. Цель рядом с тобой. По-моему, как-то так. Но я безумно рад, что цель рядом со мной. А вот куда нам? А почему у меня не подсвечивается? Сейчас, секунду. Самое главное успеть, пока не закончилось время. Стоп. Союзная контрольная точка.
Найдено электронное устройство. Почему какие-то записи проигрываются, какие-то нет? Я, наверное, не сюда забежал. Точнее, не туда, куда надо. Или все же туда? Удаченько я сюда забежал. СВД из резерва. Прикольно. А проход перекрыт? Я просто не помню, как мы проходили дальше. По-моему, вот эти вот врата у нас открывались. И мы попадали внутрь. Но сейчас нам проход перекрыли. И как нам тогда к боссу попасть? К нашей цели... ликвидации. Интересненько. По-моему, я сейчас больше времени потеряю на поиск входа. Эту ликвидацию мы потеряем. Ух ты ж! Как-то они намного толще стали. Или мне так кажется? Так, давайте все-таки пройдем к ликвидации. Вход закрылся, а вот выход открыт. Систему понял. Что, доигрались? Отвали! Интересно, это была наша цель? Наконец.
Так как он попал сюда? Почти завершен. Прикольно, мы еще проект выполнили. Твою мать. Ну хорошо. Или ты наша цель? Капрал Тернер и капрал Корлука. Корлука, боже мой. Интересно, нам опять в обход? А нет. Дверку для нас открыли. Хоть за это спасибо. Стоять? Отлично. Да черт! Он же сдох от кровопотери, да? Я труп. Простите, ребята. Если успею. Не успел. Агент погиб. Очень сильно протупили. Очень сильно. Ну что же, привет, друзья. Продолжим прохождение. Меня пригласили в партию побегать немножко по высокоуровневым заданиям. И вот мы убили одного из охотников. Собственно, я получил маску. Да, я как раз хотел показать своего второго персонажа. У нас второй тайр, 319 уровень нашей экипировки. Так что вот, вторым персонажем я немного опережаю основного, по которому я снимаю видео о прохождениях. Вот, так что решил объяснить, откуда у меня появилась маска. И еще у нас сейчас доступен 5-й глобальный уровень. И у нас сейчас глобальное событие вторжения должно начаться. Давайте как раз на это и посмотрим. Зону.
Все агенты эффективны, но лучшие из них еще и эффективны. Что? Бред какой-то. В меню гардероб вы сможете создать своему герою уникальный имидж, выбрав одежду, окраску, оружие и эмоции. Для получения ключей от контейнеров с одеждой, повышайте свой уровень и участвуйте в различных мероприятиях. Открывая контейнеры с одеждой при помощи ключей, вы будете получать дополнительные предметы для персонализации своего агента. Предметы гардероба также можно покупать в игровом магазине за премиальные кредиты. Достигнув уровня 15, вы получили 200 премиальных кредитов. Зайдите в магазин и постарайтесь найти свой стиль. Так, доступно 6 еженедельных испытаний. Новости недоступны. Клан. К нам никто не присоединился. Да. Так, что у нас еще интересно? Масочки, масочки, инвентарь. Контейнеры. У нас должны быть спецконтейнеры. Ключ от контейнера с одеждой. Вторжение. 30 предметов. Не-не-не-не-не, не покупать, открыть. Так, этим же ключом открываем. Да. Но... Раскраска. Ручей. Окей. Шарф изгоев. Спасибо. Какая-то эмоция. Торжество с блестками. Вот это круто. Ледник. Ну, интересные раскраски. Мне понравилось. Так, коллекции. Какие-либо новые коллекции появились? Да, коллекции со вторжения. Рабочая одежда. Патрульная форма истинных сынов. Ну, прикольно. Прикид гиен. Надо все выбить. И у нас, кстати, какие-то маски должны появиться в этом же ГС. Во-во-во. Первоклассная. Доступна только контейнера. Нам ее и надо добыть. Так, какие-то еще новые эмоции появились. Дай 5. И спасибо. Окей. Танец диско. Я хочу эту эмоцию. Надо ее точно раздобыть. Так, уже есть. Это выбьем. Блин, надо будет постараться в это ГС. Понабивать очков. Или только за премиальный кредит. Ладно, посмотрим. Шарфик. Не, пусть у нас противогаз висит. Он антураж не смотрится. Так, что с ликвидациями у нас? Новые ликвидации. Проекты. Кстати, да. Что же у нас за новые проекты? Кстати, меню немножко поменялось. Но ничего нового. Интересно, почему вот именно в этом меню так тормозит? Награда не ахти, но пусть будут. Что мы здесь еще не открыли? А здесь меню, в принципе, не поменялось. Никак. Что-нибудь покруче выпало? По-моему, нет. Так, ну вроде бы никаких изменений больше у нас не было.
Так, ликвидация. Что-нибудь новенькое появилось? Нам просто открывается вся карта. Целевой проект в кампусе у нас завершен. Да, кстати, давайте в кампус тогда слетаем. Да, менюшки поменялись. Появились под ними надписи. До этого были просто иконки. Аптеку, школу и новое хранилище продуктов. Агент запрашивает помощь. Самодельная М9 мы теперь можем сделать? Так, захватить контейнеры со спецтехнологиями в Эстенде. Задание в западном даунтауне. Подарить перчатки. У нас есть? Есть. Давайте еще один тогда завершим проект. А, все. Две же пары надо было подарить. Так, западный даунтаун и Вест-Энд. Отлично, мы достигли 30 уровня. Но пока мы Стронгхолды не зачистим, крепости наших врагов, мы, к сожалению, на следующий уровень не продвинемся. Так что, в принципе, сейчас контейнеры можно попридержать и открыть их уже на следующем тайре. Ну а пока немножко прокачаемся на 30 уровень. Так, пулемет помощнее и поскорострельнее, но патронов меньше. Давайте попробуем. Этот пока поставим в избранное. Где у нас избранное? На R. Окей. Ага, у нас есть еще лучший пулемет. Это 4.2, 5.3, а есть 6. Но скорострельность 500, а этот 550, а этот 650. Но это можно в тире попытаться, но пока не хочу. В тире посмотреть, какой же у нас все-таки ДПС выйдет. Давайте пока. У нас контейнер в Эстенде и западный даунтаун задание. Три задания у нас здесь и... Данная спецтехнология нам пока недоступна. Нам надо либо как-то перезапустить здесь операцию, либо сделать так, чтобы у нас в этом секторе запустилась ликвидация. Пока, к сожалению, не попаду туда. Ну а мы давайте захватим контрольную точку и спецтехнологии. И уже пойдем хотя бы какой-нибудь Стронгхолд отвоюем. Еще. Мы же... Да, я же один зачистил. Забыл совсем. Ну, можно сходить на изгоев. Так, патроны у нас есть? Патроны у нас есть. Пойдемте тогда на ближайшую. Она у нас, по-моему, под землей. Слушайте, вот все говорили про антураж, испортилась игра, снегопадов нету. Хотя в Вашингтоне таких песчаных бурь не должно быть, но меня недавно так засыпало, что я просто... Грубо говоря, бился головой об стены, я не мог найти выход. Видно было предметы только на расстоянии вытянутой руки персонажа. Но это было клевое ощущение. Если сделают режим выживания, то я думаю, там всегда будет данная буря.
Блин, после патча у меня дико просел FPS. Что, ребята, наделали так? Что вообще в патче наделали, что это дало очень сильно нагрузку на видюху-то? Так, давайте все-таки залезем в параметры и посмотрим. Так, яркость, контрастность, вертикальная синхронизация, лимит кадров, качество теней, локальные тени, масштаб расширения, эффект резкости. Так, качество объектов, увеличение дальности трансляции. Качество воды высокое, разрешение текстур. Качество ландшафта высокое. Ладно, по-моему, говорили, что должна опция Field of View появиться. Ну ладно. Так, нам немного в другую сторону. Да, как-то странно мне все-таки просела производительность. Либо это только в этом районе. Ну ладно, сейчас побегаем, посмотрим. Точка союзников. Так, патроны у меня есть. Патроны есть. Так, а ключи мне же не попадались. Ладно, ключами потом займусь. Да, очень странно. Обнаружено мобильное электронное устройство. Ладно, давай тебя вручную запустим, если ты не хочешь сразу воспроизводиться. Находки. Лагерь Цера был адом. Слишком много людей и слишком мало еды и лекарств. Позже мне рассказали, что военные, которые заправляли лагерем, забирали все себе. Меня это ни капли не удивило. Они не спускались со стен, а... Да, я случайно выключил. Кстати, в поиске данной спецтехнологии у нас есть подсказка. Желтенькие буйки по бокам. Да, и знаменитая уточка Productive. Тоже про нее очень много скриншотов выкладывали. Так, контейнеры изгоев. Но ключа у меня, к сожалению, нету.
Красиво, черт возьми. Только из-за тумана ни хрена не видно. Там на крыше вертолет. Давайте тогда до предпоследней спецтехнологии прогуляемся. FPS. Ну как так, ну? Но на 30 держится стабильно. Ниже, по крайней мере, не проседает. Контейнер. Как-то очень много предметов нам падает. Я, конечно, не против, но подозрительно. Так, а нам же под мост. Not the time for temper. Вирус... Наверное, Off Nation. Некоторые надписи не могу прочитать. Ну, я надеюсь, это надпись. Так, золотой АКМ нам выпал. Так, и у нас доступна очередная ликвидация. Огненный фронт. Прошлый босс у нас, по-моему, этот же и был. И вход на эту территорию у нас, по-моему, даже с другой стороны. Вот отсюда. Так что давайте-ка на данную контрольную точку прогуляемся. Попробуем его уложить. В прошлый раз у нас не получилось. Но я думаю, в этот раз мы справимся. Пока вы не пришли, дела были так себе. Ой, жизнь нужна. Стрижка. Это на месте! Цель поблизости, шериф. Спасибо, друг мой. Не лезем. Так, картинка, кстати, у пулеметчика поменялась тоже. Черт! Ну приехали! Надо найти его! Они ответили! Давайте-ка этому пулеметику прокачаем стабильность. Так, стабильность плюс 5. Да, кстати, у нас переделали модификации. Метка стабильность. Плюс 15, урон от выстрела, оптимальная дальность, урон от выстрела. Так, обойма, урон от выстрела в голову.
Меткость, стабильность. Стабильность. Да, сейчас можно просто имбовое оружие собирать. Раньше надо было выбирать, что ты хочешь, меткость либо стабильность. Сейчас, как вы видите, мне кажется, пофигу. Там же смертник побежал, да? Гранаты я к тебе не закину? Закину. Вот же срань! И еще один готов. Отлично, агент. Две ликвидации. Да, надо будет покопаться в настройках графики. Потому что то, что сейчас происходит, мне, к сожалению, не очень нравится. Ключ изгоев нам дали. Так. Ну что же. Последняя спецтехнология, я думаю, лучше тогда от опорного пункта к ней направиться. Будет чуточку поближе. Блин, или 12-й директ у меня заработал. Я уже не помню, на каком директе у меня изначально игра работала. Рядом союзная контрольная точка. Хотя контейнеры, мне кажется, на каком уровне они выпали, такого уровня они будут давать предметы. Так что держать их до хотя бы первого ГС смысла не будет, потому как нам предметы, по-моему, будут 30 уровня сыпаться. Хотя то оружие, которое у нас будет на момент перехода на первый ГС, есть еда. На первый глобальный этап, оно станет 250 гира. Так, нам не туда. Либо 350-го. По-моему, 250-го гира. Гирскор. Обнаружен эхо-маяк. У нас как раз наверху спецтехнология. Обнаружена вражеская контрольная точка. Замечены союзные бойцы.
Ну, спасибо, конечно, я немного не это хотел сказать. Вы не против записи? Да как хотите. Спасибо. Значит, вы были в Манхэттене в первой волне? Да, а до этого работал фельдшером. Калиб скромничает. Он был в центре событий. Но сейчас-то речь не об этом. Что происходило в Нью-Йорке, когда вас задействовали? Так правильно? Да, все верно. Важно понимать, в городе царила паника. Люди в буквальном смысле умирали на улицах. Трупы не успевали убирать. И вот мы, как могли, пытались сохранить порядок. Не хотелось бежать? В ренегаты? Знаете, когда мир вокруг тебя сходит с ума, и кажется, что все, что ты делаешь, бессмысленно, конечно, иногда хочется махнуть на всю руку. Некоторые махнули, но не мы. Почему? Из-за семьи. То есть, когда меня задействовали, я бросила семью. У меня дочка, муж. Но все равно, меня вызвали, и я ушла. И эта жертва не должна быть напрасной. Я не могу отступиться только потому, что стало слишком тяжело. Вы жалеете, что ответили на вызов? Конечно, я жалею. Но если бы я не ответила, я бы тоже жалела. Ну, грубо говоря, распрощайся с семьей и ответь на вызов. Приди на помощь. Рядом контрольная точка противника. В любое время, в любой момент. Рядом находятся союзные бойцы. Ну, я думаю, они знали, на что шли, когда вступали в спецотряд. Так, а спецтехнологию я не забрал, да? Так, последние спецтехнологии и последняя контрольная точка данного района. Так, и нам надо будет забежать в западный даунтаун, там также добить наших врагов. Ну, выполнить 3 задания и завершить проект. Но по сравнению с тем, что было, картинка стала приятней. И мне это не кажется. Но игра выдает теперь 30 FPS. Значит, что-то врубилось, то, что я отключал. Блин, ну не тянет у меня эта видюха. Не тянет пока. Не, конечно, 1080 Ti, либо 280, жди меня. Но это будет чуть позже. С кем связались. Знаете, судя по прошлому боевому опыту, то если бы я не пришел, вы бы там бы просрали, друзья мои. Ненавижу этой машинки. Ой, ну хрена сюда пришли! Проваливай, Гамбо! Ага.
Так, того добили. Отлично. Склад. Так, а у нас полный инвентарь. Давайте что-нибудь разберем тогда. Что-нибудь низкоуровневое и фиолетовое. Да можно, в принципе, все продать. Нам, по-моему, перчатки никуда не нужны. Ну, я думаю, хватит. 47 мест у нас. Занято из 60. 13 свободных ячеек. Плюс 3000 к нашей броне. Круто. Так, извиняюсь, ребята, я так играть не могу. Я немного сейчас побалуюсь с настройками и вернусь. Спасибо за счет, сейчас только пополним контрольную точку. Тут ни хрена не происходит. Так, ну вот мы и вернулись. Ну, уже не так тормозит. Запись видео ест примерно 10 FPS, 10 кадров. Ну да, картинка теперь не так приятно выглядит, но она вернулась, по-моему, к прошлой конфигурации, и теперь хотя бы 60 кадров. Но удобнее играть. Так, здесь мы все выполнили. Наши проекты. Задание в западном даунтауне. Западный даунтаун. Ну, сейчас в тире немножко постреляем, и у нас есть пара вопросов. Их выполним. Тир же это у нас считается как задание? По-моему, да.
Да, по-моему, у меня были до этого тени как раз данного уровня. И после патча они выкрутились на высокий показатель. Честно, не знаю даже. Привет, народ. Расслабься и сосредоточься. По команде. Давай! Круто. И с каждым разом здесь будет все больше и больше мишеней. Хорошо, что здесь можно промахиваться. Шик! Четвертый раунд. И 6 мишеней. Как это у тебя получается? Задание в даунтауне выполнено. Прекрасно. Так, давайте тогда прогуляемся. К вопросику. Посмотрим, что у нас там. И, кстати, да, я вспомнил. У нас также здесь есть задание и спецтехнология. Надо будет тогда наведаться в тот район сейчас. По-моему, это контейнеры. Нет? Да, захват грузов. Сдавайся! Приближается противник. Да, это была граната. Противник открывает груз. Меня не стреляйте! Вижу дополнительные вражеские цели. По своим не стрелять! Обходим с фланга! Давай! Какой груз они открывали? Интересно. Приближается противник. Вижу дополнительные вражеские цели. Противник. Вижу дополнительные вражеские цели. Противник открывает груз. Блин, какой груз? Спасибо, друзья. Но пока все ящики доступны.
осталось. Народ, не уходите, вы мне еще пригодитесь. Так, задание в Даунтауне 2 из 3. Все ящики пусты. Ну это прекрасно. Груз успешно сброшен. Еще захват груза. Нет. Замечена безопасная зона. Он сказал «не». Или мне послышалось? Запрос помощи. Я думал, мне показалось. А нет, ворота все-таки открыли. Так, слева груз, справа груз. Сюда уже сбросили. Ты сдохнешь. Что? Приближается противник. Вижу дополнительные вражеские цели. Противник. Ладно, тогда я пойду. Вижу дополнительные вражеские цели. Приближается противник. Вижу дополнительные вражеские цели. Он все-таки наверх открывать полез? Противник открывает груз. Пора все решить, агент! Давайте мы поднимемся наверх. Рядом находится груз. Пора валить! Ну и вали, кто тебе не дает? Груз захвачен.
захвачен. Простой фронт запада. Еще одна ликвидация нам доступна. Все ящики пусты. Груз ресурсов успешно сброшен. Отлично. Так, босс далеко? Ну, давайте от контрольной точки пойдем. Плюс еще один уровень. Сколько у нас? 5 ячеек еще свободно. Агент. Привет. Или он что-то хотел мне сказать? Важное и нужное в моей работе. Ну, постеснялся. Ну, пожалуйста. Так, теперь еще один главный и очень важный вопрос. Как опять попасть в нужную нам, на нужную нам территорию? Так, народ, я вижу. Кстати, да, мы же этот контейнер так и не открыли. Ага, сейчас спустимся вниз. Мы же в нужную точку попали. Так, давайте по-быстренькому спустимся. Или нам вниз и надо? А нам вниз и надо. В темноте мы подберем. Ну давай! Твоя цель здесь. Нет, придурок! Цель готова. Класс. Еще один ублюдок в твой послужной список. Отлично. Однотонный розовый нам дали. Где? Я его не хочу использовать. Так, и ключ изгоев нам выдали также. Ну все, по-моему, здесь мы все выполнили, но кроме одной точки. У нас ЧП! Рядом со станцией Капитолий произошел взрыв. Разнесло несколько контейнеров с ДЦ-62. По-моему, это старая запись. Так, ну а мы, наверное, пойдем с данной контрольной точки и откроем опорный пункт. Мы можем ко входу... А, нет, не можем телепортироваться. А я уж губы раскатал. Thank you.
Вижу чертовых гиен. Контрольная точка противника. Да мы в курсе, что она там есть. Спецотряд был здесь на раннем этапе эпидемии. Хорошо, что он не дал противнику вырваться из города, хотя у нас от этого и прибавилось проблем. Помни, мы тебя всегда поддержим. Удачи, агент. Спасибо. Обнаружена спецтехнология. Так, эти контейнеры открыть нельзя. Кстати, у нас 30 уровень. У нас 43. Спецтехнология. Привет! У меня есть тут для тебя кое-что. И у нас есть неоткрытые преимущества. Еще 40 ячеек, это получается у нас будет 100. Так, дополнительные ликвидации, комбинации. Да, по-моему, у нас очков-то хватит. На все. И отлично, все преимущества открыты. Так, ну давайте тогда какие-нибудь способности откроем. Турель, мина у нас полностью открыты, щит и химустановка. Давайте посмотрим. Улей у нас атакующий. Давайте тогда реаниматор возьмем. Сколько у нас? 17. Ну, можем еще какой-нибудь улей взять. Давайте лечебный как раз. И дрон тогда защитник. И дрон-ремонтник. Ну, еще чуть-чуть осталось, и мы полностью прокачаем нашего агента. Так, ну а нам надо в Judiciary Square. Как раз можем начать с данной контрольной точки, захватить у изгоев, у гиен данную точку и уже пойти собирать спецтехнологию. Кстати, да, надо не забыть еще сходить в темную зону. Все вместе!
Подкрепление в пути. Мы внимание еще какого-то отряда привлекли, по-моему. К нам бежит же Джаггернаут, да. Только мы изгоев привлекли, а не гиен. Интересно, почему они на гиен не накинулись-то? Что я цель легче, чем гиены, это не отговорка. Так, при размещении турельки у нас теперь... Появилась модель с самой турели. Тяжело бронированный. Классно. Противник. Это из улучшений патча. Готовься к смерти. Твою мать! Где он? Больше нет сил. Противник. Не подпускать никого! Склад. Даже два задания выполнили уже. То есть отбили контрольную точку и отбили контратаку на эту точку. Разве так и будет? Продолжай в том же духе. Спасибо еще раз. Неплохо. Просто спасай. Спасибо тебе за помощь. А как попасть наверх? Мне кто-нибудь это расскажет? Так, здесь темно, хотя, наверное, вот эта лестница. Хотел сказать, и опять у нас заканчивается место. А нет, у нас же еще плюс 40 позиций. Так, что-нибудь покруче-то выпало? Ну вот броня получше. Урон от винтовки. Урон от винтовки. Она одинаковая. 1720-1737. И всего брони у нас плюс 7%. Смотрите, как она прикольно выглядит. Только интересно, это все-таки световые шашки и рация. Или это динамит все-таки? Ладно, я надеюсь, мы самоубийцами не станем в этой броне. Так, контейнер, давай тебя откроем.
Отлично, нам еще бонус выпал. Сколько у нас АКМов? Давайте все фиолетовое продадим. Как-то дофига оружия, которое еще на низкие уровни рассчитано. Снайперский удар. Это именное оружие. Давайте его пока оставим. Может, его можно будет проапгрейдить, либо как-то его балл поднять. Так, а тебя, пулеметик, мы... Стоп, стопэ. Продадим. Так, ну, можем сходить сначала на левую точку и продолжить направо. Снайперская турель? Да. Она и есть. Не бойся, я прикрою. Ты у меня пуля. Спасибо за помощь, друзья. Да, там эта гадость ехала. Турель, помогай. Нашего убили. Обнаружен ключ доступа. По-моему, твоего хозяина мы убили, турель. Не, не хочу это задание выполнять. Судя по карте, рация у нас наверху находится. Публичная казнь. Ладно, с вами мы разберемся. А, это свои? Извините, мисс. Противник.
помог. Черт. Критическое. Признаков жизни у агента нет. Что-то я замешкался. Очень сильно замешкался. Так, ну давайте от данной контрольной точки тогда пойдем. Там почти что по прямой. По дороге нам пройтись чуть-чуть. Или на сегодня завершим прохождение. Ну давайте на сегодня эту серию закончим. Ну если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр.